Настя! Всем привет, ребята! Сегодня я в Лас-Вегасе, и мой друг со мной. У-ху! Смотрите, как красиво! Лас-Вегас – это мировой развлекательный центр. И тут очень интересное шоу. Шоу с животными и невероятное шоу на воде. Акробаты легендарного канадского цирка «Де Солей». В Лас-Вегасе есть много крутых мест. Это что? Ананасы? Ой! Папа, смотри! Нам нужно вскарабкаться. Сейчас мы едем в интересное место, которое называется Эльдорадо. Раньше там добывали золото. И там очень интересно. Один из знаменитых заброшенных золотых рудников находится в каньоне Эльдорадо. Хотите мороженого? О, господи, что это? Ew. Этот самолет – часть брошенного реквизита со съемок фильма «3000 миль до Грейсленда» с Кевином Костнером. Hey. А сейчас ребята спустятся в настоящую шахту, где когда-то добывали желанное золото. Давайте поищем. Может быть, и мы что-то найдем. Золото! Эта специальная инсталляция – яркий пример того, что случается с детьми, если они не следуют правилам. А сейчас пора выйти и увидеть еще одно чудо этой местности. Это очень опасные кактусы. Не трогайте их. Нет-нет-нет, это очень опасно наступать на кактус. Эти кактусы называются прыгающими. Они очень опасные. Смотрите, что бывает, если с ними встретишься. Вернувшись в город, мы решили посетить очень интересный венецианский отель и прокатиться на гондоле, прямо как в Венеции. Увидимся! Мне нравится Лас-Вегас, и я приеду сюда опять. Next video. Настя, твои 50 минут истекли. Хорошо.
скучно. Я навещу своих друзей. Привет, Мартин. Привет, Настя. Давай поиграем вместе. Извини, конечно, Настя, я тренируюсь. Зачем тебе тренироваться? Это мое хобби, я хочу выиграть соревнования. А, хорошо, удачи. Пока. Привет, Алла. Привет, Настя. Давай поиграем вместе. Извини, Настя, я рисую. А, хорошо, ты можешь рисовать после того, как мы поиграем. Нет, Настя, это очень важно для меня. Почему? Потому что это мое хобби. Я хочу быть художником. Хорошо, пока. Пока. Привет, Эвелин! О, привет, Настя! Эвелин, ты хочешь со мной играть? О, извини, Настя, я учусь петь сейчас. Может, попозже? Это твое хобби? Да, и мне это очень нравится. Я люблю петь, и я хочу стать певцом, когда вырасту. Настя, у тебя есть хобби? Нет, у меня нету хобби. Ну, тебе надо найти хобби. Тебе нужно понять, что тебе нравится, и научиться это делать. Хорошо. Пока! Пока! Папа, у меня нету хобби. Что мне делать? Чем тебе нравится заниматься? Мне нравятся лошади. Мы можем покататься на лошади? О, я попробую! Пойдем. Привет! Чтобы ездить на лошадях, сначала нужно научиться ухаживать за ними, чистить их и ухаживать за копытами. Для защиты необходимо носить шлем. Мы научились, как правильно обращаться с лошадью. Очень важно правильно надеть седло и надежно закрепить его. Привет, я готова. Необходима подготовка с тренером. Насте предстоит долгая подготовка и, возможно, даже участие в соревнованиях. Хорошая работа, Настя. Это хобби классное. У вас есть хобби, ребята? Next video. В школе. Привет. Здравствуйте, учитель! Привет, Настя! Иди сюда! Хорошо! Привет! Привет! Извини, Эвелин, но мне придется сесть здесь. Эвелин, почему ты такая грустная? Много людей не хотят играть со мной, и я не знаю, почему. Я не делала ничего плохого. Я думаю, я знаю, почему. Я могу прийти к тебе после школы? Да! О, Эвелин! Привет, Эвелин! Привет, Настя! Почему ты не убираешься в своей комнате? Я не знаю, но знаю как. Хорошо, давай уберем! Новая зубная щетка. Эвелин, иди сюда. Ты пользуешься своей зубной щеткой? Нет. Я чищу свои зубы вот так. Поэтому у тебя плохо пахнет изо рта. Эвелин, людям не нравятся неприятные запахи. Хорошо, теперь я буду чистить свои зубы каждый день. Хорошо. Коля. Привет. Здравствуйте, учитель. Привет. Привет.
Привет, Эвелин. Привет. Будем сидеть вместе? Что произошло с твоей одеждой? Я не знаю, все с ней хорошо. Могу ли я прийти к тебе после школы? Да! У Эвелин. Привет, Эвелин. В твоей комнате чисто? Хорошая работа. Привет, Настя. Спасибо за помощь. Можно посмотреть твой шкаф? Конечно. Идем. Он прямо здесь. Тебе нужно быть аккуратнее со своей одеждой. Моя одежда нечистая. Все хорошо. Я постираю ее. Используй вешалку. Спасибо. Фух, все готово. Это поможет. Все, теперь оно намного чище. Эй, Эвелин, завтра надень это в школу. Хорошо. И это. В школе. Всем привет. Привет. Твоя одежда такая красивая и чистая. Спасибо. Но у тебя есть расческа? Нет. Я расчесываю свои волосы вот так. Я приду к тебе сегодня. У Эвелин. Привет, Эвелин. Тебе нужна расческа? Хорошо. Вау, я выгляжу очень мило. Всегда бери расческу с собой в школу. Поняла. Покажи мне свои ногти. Тебе нужно ухаживать за своими ногтями. Хорошо. В школе. Всем привет. Привет. Девчонки, вы сегодня великолепны. Ребята, заботьтесь о своем теле, одежде и себе. И всегда помогайте тому, кому нужно. Next period. Привет! Привет! Сегодня мы собираемся сделать тест. Можно мне карандаш, пожалуйста? Я сломала карандаш. Возьми ручку. Спасибо. Мартин, дай мне бумагу. Нет, это только для меня. Хорошо, время истекло. Хорошая работа. Очень плохо, очень плохо. Урок математики. Кто пойдет к доске? Настя. Учитель, посмотрите на ее руку. А, покажи-ка свою руку. Это недопустимо. Время обедать. Я забыла обед.
Хорошо, ребята, увидимся завтра. У меня вечеринка в воскресенье. Можно мне пойти на вечеринку? Вы пойдете на мою вечеринку? О, я там буду. Пока. Что случилось? Дети в школе не хотят дружить со мной. Ай-яй-яй, как вы ведете там себя? Типа того. Нет-нет-нет, вы должны быть друзьями. Хорошо, я попробую. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Привет, ребята. Настя, иди к доске. Эй, Настя. Готово. Хорошая работа. Спасибо. Я помогу. Спасибо, спасибо. Настя, это для тебя. Спасибо, Мартин. Ребята, я думаю, Мартин хороший друг. Я приглашу Мартина на свою вечеринку. Мартин, ты придешь на мою вечеринку? О, спасибо, я там буду. Давай дружить. Да, конечно. Next period. Настя, Настя, вставай! Настя, мы опаздываем, вставай! Мы опаздываем в школу! Школьный автобус! Мы опоздали! Догоняй! Вы опоздали! Здравствуйте! Еще и в пижаме! Привет! Привет, папа! Ты можешь принести мою школьную одежду, хорошо, пожалуйста? Хорошо, пока! Достаньте ваши учебники. Я забыла свой учебник по математике. Алло. Привет, папа, ты можешь принести мой учебник по математике, хорошо, пожалуйста? Хорошо, я жду. Спасибо. Время пообедать. Я хочу кушать. Я забыла свой обед тоже. А-а-а. Папа,
можешь принести мой обед, пожалуйста? Хорошо. Хорошо, последний раз. Привет, папа. О, нам нужно организоваться. Ага. О, это звонят из школы. Да. Плохая работа, плохая. Вам нужно научиться ответственности. Хорошо, хорошо, мы постараемся. Делать вечером. Собери свой портфель. Приготовь свою школьную форму. Заведи будильник. Ложись спать вовремя. Готово. Угу. Хорошая работа. Угу. Доброе утро, пора в школу. Делать утром. Почисти зубы. Завтрак. Одеваться. И ланчбокс. Ями. Хорошая работа. Пока, папа. Хорошего дня, Настя. Привет! Добро Привет пожаловать из Пуэрто-Рико! Добро пожаловать в детский музей Каролина! Пошли, пошли! Ой-ой-ой! Пока-пока! О, нет! Та-да! Ух! Что это? О, нет! Бежим быстрее! Помогите! Мне нужна помощь! Ага! Едем! Я готова! Едем! Помогите! Мне нужна помощь! Пожар! Спасибо! Очень грязные зубы! Йо-хо-хо! Хо-хо! Опа! О, вау! Привет! Что?
Это настоящий самолет, и мы пойдем внутрь. Тяран, 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 тян, тян. Вау. Пошли. Привет. Привет. Медленней, медленней. Пожалуйста, медленней. Не быстро. Мы полетим на землю. Мы сломаем землю. Так. Теперь челлендж. Я выиграла. Это моя. Это мое. Я выиграл. Я первая, Да, давай. Я выиграла. Это популярный коктейль Пуэрто-Рико. Это пина колада. Хо-хо-хо. Дай мне. И мне тоже. Дай мне. Ням-ням-ням. Спасибо. Привет. Привет. Хе-х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 е-
Пошли! О, смотри! Смотри! Привет! Поехали кататься! Раз, два, три, поехали! Это было очень весело! Супер круто! Ля-ля! Ча-ля! А-а-а-а! Пока-пока! Next video! Шоколад! Шоколад! Это нечестно! Классно. Раз, два, три. Ах. Теперь это справедливо. Я тоже хочу шоколад. Нету больше шоколада. Хорошо, я знаю. Пойдем. Теперь давай узнаем, как делается шоколад. А вы любите шоколад так, как я? Конечно, да! Прежде чем попасть к нам на стол, шоколад проходит путь от нежных спелых какао-бобов до твердой шоколадной плитки. Все начинается с семечки шоколадного дерева. Смотрите, как растет какао. Зеленые – это не созревшее какао. А желтый – это созревший шоколад. Какао. Нет. Нет? Не сейчас. Спелые какао-бобы уже можно есть, но на вкус они не как шоколад, а как манго. Приобрести вкус какао, какао-бобы должны полежать несколько дней, пока в них происходит процесс ферментизации. После этого какао-бобы сушат на солнце. Теперь они приятно пахнут шоколадом. Вкусный запах. Очень важно постоянно переворачивать их лопатой, чтобы они полностью высохли. Это непросто, но только так можно получить вкусный шоколад. После этого какао-бобы жарят на огне и перемалывают в порошок. Если добавить песни и танцы к рецепту, может быть намного веселей. Наш шоколад почти готов, но как придать ему красивую форму? Какао-порошок тщательно перемешивают с маслом в специальной машине. Теперь оно выглядит как шоколад. Это круто. Теперь шоколад выглядит как теплая шоколадная масса. Нужно его охладить. Что вы делаете? Шоколад нужно лить и размазывать по холодному столу. Таким образом он остывает быстрее. Почти готово. Можно выбрать форму и залить туда жидкий шоколад. Папа, сначала ты.
Машина. Я хочу дельфина. Минут в холодильнике и ура! Вкусный шоколад готов! Готово! Готов? Смотрите, как красиво получилось! Насте и папе предложили сделать маску для лица из шоколада. Это очень полезно для кожи. Шоколад – это не только вкусное лакомство, но и полезный натуральный продукт. О, сувениры! Снэк вперед! Давайте поиграем в смузи челлендж! Фрукты и овощи! Я первая! Морковка! И второе это... Лимон! Клубника. Выбери второй. Окей. Помидор. Моя очередь! Картошка! О нет, картофельный смузи! Фу! Крути! Арбуз! Ням-ням! Посмотри на меня. Апельсин. Ага, апельсин. Острый перец. Острый перец? Да, он очень сильный, посмотрите на него, да-да. Давайте посмотрим, что мне выпадет. Огурец, я люблю его. Я попробую. Редиска.
Хм, неплохо. Редиска. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять? Хорошо. Хорошо, поехали. Поехали. Ананас. Да, ананас. Ням, 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 ням. Е. Опа. Апельсин. Апельсин. Это правда вкусный смузи. Очень вкусно! Что? О-о! Пока-пока, ребята! Пока-пока!